Ждем наших победителей. Кого именно? Учеников 7 класса с победой «Сокол Джура». В областном конкурсе мы представляли Волгоградский район, заняли первое место. А где они выступали? Выступали в Тарбунарском районе на одной из оздоровительных баз. Понятно. Мы заранее придумали, а мы продолжили, потому что мы творческие люди. Хотя очень большой вклад родителей. Но своих героев надо встречать достойно. Но мы впервые так встречаем наших детей. Да, впервые. Но они впервые выигрывают. Так мы, что... мы вообще гостей всегда встречаем там на границе. Так, мы хотели на границе, но решили, чтобы поселок видел. Они все-таки не чужие, наши. Да, герои. А я хочу добавить, что мы гордимся нашими детьми. Действительно, они очень талантливые. И где бы они ни выступали, они всегда завоевывают призовые места. Поэтому успехов им хотим пожелать. И дай Бог, чтобы у нас эти таланты продолжались во всех направлениях. Вот так везде, везде, где, какие конкурсы проводятся, мы обязательно берем участие и обязательно выигрываем. И нашим воспитанникам, нашим детям мы это желаем. Давай. Одна победа за другой. Очень мы счастливы, что действительно у нас такие прекрасные дети. Так, все готово. Где же дети? Сейчас ждем. На подъезде. Провалился мир вдруг ее глаза. Сгорели, обгорели, но ничего. Сейчас я будем отрезать. Привет, мужики. Все, молодцы. Отработали. Привет.
Ксюша, построю отряд, сейчас мы снимем вас. Часть, значит, дети заняли, значит, что я хочу сказать, мы готовились в сложных условиях, карантин, все остальное, но дети справились, да, был этап 124 роя, из 124 10 вышли на финал вживую, из 10 роев, это все 7 районов Одесской области, где-то по 2 роя было от крупных, Одесса там 2 роя, Белгород-Днестровский район. Наши справились, доказали, что мы можем. До этого рой был третье место, сейчас у нас дети маленькие, мы с первым местом. И 1 числа нас ждут уже в городе Кропивницкий, это Украина. Браво! То есть вот такие. Значит, каждый ребенок выполнил нормы, награжден значком Черноморского гайдамацкого з'єднання с посвідченням, с печаткою. А ну, поверни. Нагороджується. Нагороджується Іщенко Ксенія. Тарган Юлія. Степаненко Катерина. Сараїн Ірина. Ружицька Анастасія. Ульбер Богдан, Мишка Раніка, Якичук Максим. Герої, наші герої! Браво! Браво! Дві грамоти всім за перше місце, крім того, да, в яких конкурсах ми що посіли. Ми посіли смуга перешкод, третє місце, конкурс історичний, конкурс відун, друге місце, конкурс стрільба, перше місце в області, конкурс споря, це стройова підготовка, третє місце, далі конкурс пластун, це орієнтування, перше місце. Конкурс лагерь, таборування, тобто лагерь, обустройство лагеря, дія рою на теренах цього табору, друге місце. Ці грамоти, да, за участь. Ці грамоти дітям роздамо. Дякую родителям, тобто дітям. Звонили, переживали 4 трудных дня. Приехали вот так, вода, там была буря, поломала лагерь, поломала деревья, думали, что делать. Солнышко просохло, ничего, расположились. С первого дня было открытие, второй день у нас была пластун, начали с первого места. Дети ехали с каким настроем, скажите? И они показали, что они могут. Да. Область, ой, Украина с 1 по 10, Кропивницкий. Я хочу сказать сразу, нам нужны деньги. Хорошие деньги, потому что они босые, они голые. Я честно говорю, одна пара шорт, два комплекта маечек, да, и один комплект этого на 10 дней. Им это никак.
ни фляг, ни кроссовок, ни сменных шорт, ни маек, ни батников, ни спортивных костюмов с эмблемами Сокел Джуры и так далее. Но ничего нету. То есть, для, чтобы одеть команду на всеукраинский уровень, нету ничего. Берцы. Максим, в каком размере ты ходишь? 42-й, 43-й. А Богдан 44-й. А твой нормальный размер? Нету обуви, да? И мы в таких условиях, то есть, мы в таких условиях маршировали, выступали и бегали, да? То есть, это нужно все приобрести. Три выходных, сами знаете, да? Дальше идут... Вторник и среду уже, в принципе, ночью нужно туда уезжать, потому что там еще из Одессы документы должны прийти, приказ и так далее, то есть все такое. Так, то есть администрация, думайте, вот что я могу сказать. Администрация, хочу сказать, что мы с Авой Степановичем уже обговорили этот вопрос, и у нас действительно в программе «Освита Тарутинщины», да, Оксанова? Или «Молот Тарутинщины», да, есть... 125 тысяч для того, чтобы мы профинансировали именно эту игру. Поэтому мы обещаем и гарантируем, что все эти деньги будут направлены на то, чтобы снарядить нашу команду и отправить ура! Достойно браво! Представить ура! Нашу ура! Команду на уровне Украины. Поэтому все, этот вопрос будет решен. Я извиняюсь, у нас есть именинница? Да, да, и у нас сегодня есть именинница, Кныш Вероника. Ей исполнилось сегодня 14 лет. Вера, где она? Ирина, подними голову. Поздравляю. Молодцы. А слабо покачать его, я не понял. Качать не нужно. Спасибо, вам спасибо. Больно падать. Да, да. Устали, ребят? Ну. Да? По такой жаре ехать — это уже испытание. Они никогда не были, они увидели, что это такое. Что там знакомиться нужно в первый день с другими, а не в последний день. Телефонами обмениваться начали уже перед отъездом, начали телефонами, да, адресами и так далее. То есть... Нужно с первого дня это делать. Ну, Украина, думаю, им покажет. Арцисты, соседи в старшей группе тоже первое место. Молодцы. Они через 15 дней, черновцы. То есть, как сказали, Бессарабия, Болградский район забрал все, что можно было. Всего две группы, да? Ну, арцисты в старшей группе тоже первое место взяли. Ну, две группы, младшая и старшая? Старшая и младшая группа. Да еще есть маленькие, но они там онлайн были, там, то другой этап. Все, все. Всем ребята, спасибо. Ребята, все, отпускать. Не те, не устали? Устали, конечно. Все. Давайте общие фото и по домам. Давайте. Спасибо.